Благодарствуем народных царств. Весах мир. Желание одна и вся. Ходила на каждый раз. Голодная в полюсе. Водил где встретить. Скорить не сможет. Вдруг она остановилась, как скопота. На поляне увидела царство льва. Пройти незаметно уже нельзя. Проснется лед. Тогда лед не сдавала. Оставаться тоже опасно. Вот так и стояла леса, не знала, что делать. Через некоторое время дед проснулся, увидел рядом лесу, обрадовался. Я как раз голоден, и вовремя пришла. Я пришла к тебе в гости, царь. Я не хотела нарушить твой сладкий сон. Поэтому ждала, пока ты проснешься. Наши люди были крепкими друзьями. Они вместе сидели в платном гостове. Может быть, перед смертью замечали его, крепко подружиться с тобой. Он очень много рассказывал о героических поступках твоего деда. Он рассказывал, что твой дед был очень сильным. Ему ничего не стоило перепрыгнуть с этого берега реки на другой. Так? Так легко. Играючи он перепрыгивал. Я не знаю, сильно ли ты там же. Правда, среди местных обитателей, а тебе будет слава. Для меня это плюс, сказал дед. Он поднялся, отошел в сторону, разбежался, но остановился у берега. Слишком уж широка его река. А я сказал Лиса, по рассказам моего дедушки, твой дед тоже первый раз испугался. Услышав эти слова, дед опять разбежался, но снова остановился у берега. И твой дедушка со второй попытки тоже не прыгнул, сказал Христа. А в третий раз он, как ласточка, взлетел в воздух и приземлился на том берегу. Не удержался дед, разбежался, однако не смог перепрыгнуть, и там вдруг веку и воскресе. Вынесла его течение ниже к берегу. Спустилась и пройдется по тропинке, умирающему дуду, и стала неторопливо есть его сзади. «Начни спинуть, другим повкуснее», — говорит умирающий дед. С трудом повернулся, и все было. «Ничего», — отвечает лиса, — «и грудинка никуда не держится, и до нее доберут». Так приходила каждый день высоко в пока не сделал